Здравствуйте, меня зовут Дмитриев Александр. Сегодня я покажу вам, как приготовить в универсальном мультипекаре Redmond тонкие вафли, которые можно скручивать в рожки для мороженого, трубочки для взбитых сливок, кремов и других десертов. Готовить тесто я буду в кухонной машине от Redmond. Отправляю в чашу 2 куриных яйца, добавляю сахар, ванилин, устанавливаю насадку венчик и начинаю размешивать на первой скорости. Включаю вторую скорость. Добавляю воду и теперь включаю максимальную скорость для того, чтобы при взбивании сахар растворился. Следом добавляю сюда муку. Продолжаю вымешивать на первой скорости. В тесто добавляю растительное масло и также продолжаю вымешивать. Я включил мультипекарь и жду, когда загорится зеленый индикатор для того, чтобы испечь вафли. Индикатор загорелся зеленым цветом, а это значит, что мультипекарь готов к работе. Выпекать вафли я буду на панели RAM 19. Чтобы вафля получилась красивой, важно распределить тесто равномерно по всей панели. Время приготовления составит 5 минут. Пока тесто горячее, сворачиваю его в трубочку. При помощи кухонной машины RKM4030 и мультипекаря 6 серии я приготовил вафельные рожки. Осталось их только наполнить мороженым и звать всех к столу.